Всем привет! Сегодня у нас 13 посылок из разных магазинов. Есть интересные товары и не очень. Давайте распакуем и посмотрим на все, что нам сегодня пришло. Итак, распаковали товары. Тут много интересного. Есть бокс Орико, есть майка из GearBest, есть фонарь для подводного плавания. Ну, блин, тут очень много интересного есть. Даже есть вот такая вот штука. Вот, это термометр, гигрометр или как-то так, вот Xiaomi, который там продавец не хотел отправлять. Обо всем об этом сейчас я полностью расскажу. Давайте начнем с бутылок. Бутылки вот взял 3 штучки. Приключилась недавно история. Гуляли с ребенком по магазинам там и с женой. И потом решили зайти в Макдональдс. Ну и перед Макдональдсом зашли с ребенком в туалет. Я отнес эту бутылку. И чтобы помыть руки ребенку, я ее поставил на мыльницу в туалете Макдональдса. Буквально, ну, мы вышли и забыли ее там. И уже минут через 10, когда жена вспомнила, где бутылка, мы зашли, уже ее не было. То есть кто-то за нами шел в туалет и унес с собой бутылку. Конечно, очень обидно, очень жалко. Очень классная бутылка. Вот, поэтому я купил еще одну своему ребенку, и друзья увидели, вот такая вот черная у нас была, вот, и друзья, конечно, увидели, захотели своему ребенку тоже, мы им подарим. Вот они так выглядят, все очень крутые бутылки, очень хорошие, открывается легко, ребенок легко справляется, открыл, попил, закрыл, то есть, ну, без проблем, трехлетний ребенок с ними справляется. Все они вот такие вот красивые, прикольные. Бутылки этой фирмы беру уже не первый раз, все качественные, я очень доволен. Далее давайте сразу посмотрим на фонарь. Фонарь для дайвинга, мы его покупали уже не один раз. У меня друг занимается дайвингом, и периодически он себе заказывает, ну там себе, знакомым, я не знаю куда, вот, фонари. И такое свойство у этих фонарей есть, что они заканчиваются, и поэтому приходится покупать у разных продавцов. Хорошо упаковал, положил дополнительные оринги, темлячок, и вот эти вот пластиковые вставки, это для батареек. Батарейки здесь 26650. Эти вставочки пластиковые специально для того, чтобы можно было 18650 пользоваться. Первый раз нам поставили такую штуку. Давайте посмотрим. Вот фонарь. Сейчас возьму батарейки и проверим. Фонарь классный. Я так понимаю, это народный фонарь дайвера. У нас он был уже неоднократно, потому что действительно фонарь хороший. Но периодически дайверы могут, кстати, немного смазано силиконом кольца, вот, то есть все отлично, должен фонарь работать хорошо. Сейчас найдем батарейки и попробуем. Итак, подошло, но немного болтается батарейка, то есть можно еще что-то добавить сюда, чтобы 18650 не болтались, потому что, ну, болтаются, это не очень хорошо. Вот, но зато вставили второй, вот, и давайте теперь закроем. Все, закрыли и проверяем. Работает. Режим переключается, качелька. То есть сильнее, сильнее, слабее, слабее, слабее. Давайте. Вот, это немножечко. Чуть сильнее, чуть сильнее. И это максимальная вот яркость. На максимальной яркости реально можно ослепнуть. В глаза лучше не наводить себе. Светит очень хорошо, качественно. Один раз нам прислали, там был диод меньше, чем здесь. Здесь хороший, я не помню, как он номер называется у него, но здесь хороший диод и светит действительно ярко и хорошо. То есть, как, ну, достаточно на тот диод можно было смотреть. Один раз нам прислали, вот, это уже, наверное, раз четвертый покупаю этот фонарь у разных продавцов. И один раз нам, наверное, один из первых разов нам продали с другим диодом, там он не так ярко светил. Далее, давайте посмотрим на вот эту штуку. Это, по-моему, из JD я покупал, цену не помню, но это чистить одежду, я так понимаю. Такая вот чистилка. Так, вот она снимается. Отклеивается вот эта вот штука. И на эту штучку мы липнем. То есть от волосиков и так далее. Мы этим счищаем. Силиконовая такая штука. Вот, ну и она моется, я так понимаю, валик. Преимущество этого валика в том, я уже немножко почистил одежду, но она у меня чистая, но немножко ворсинок осталось на этой штуке. Вот, преимущество этой штуки в том, что есть же с лентой, отдираюсь, лента заканчивается, а эту штуку можно мыть, и я так понимаю, ее по идее должно хватить надолго. Ну, поживем, увидим. Вот такая вот выглядит, так она. Интересно. Откладываем.
Далее. Далее давайте это оставим, бокс оставим на сладкое на потом. А давайте посмотрим вот эту вот штуку. Я купил, я покупал вроде 2 рулона, а пришло 4. Может было в лоте 2. В общем, эта штука, я смотрел, типа лента. Вот они выглядят вот так вот, 4 ленты, я их отложу, возьму одну, откроем. Якобы лента, и судя по рекламе, она липнет там и к воде, и к чему угодно, то есть можно ее прилепить, и она типа супер-мега крепкая, супер-мега рабочая. Давайте распакуем, проверим. Там они берут, лепят ее, эту ленту. Кстати, бумажка прилипла тут, смотрите, намертво к этой штуке. Вот. Они лепят 19-литровый бутыль этой лентой и тащат типа бутыль, и все отлично у них тащится, то есть и она не отлипает. Давайте попробуем, посмотрим на нее. Вот такой вот рулон. Так, вот она здесь залеплена. Скотчем и, ну, что-то она не липнет с этой стороны, а ну с другой, и с этой не липнет, там еще дополнительная, что ли, это скотч, а тут, наверное, еще дополнительная пленка, и тут она уже должна вот такая вот, и это уже липнет, и довольно-таки хорошо липнет. Ну, у меня, давайте пока вот так оторвем немножко. И, блин, прилипло все, надо аккуратнее. У меня 19-литрового бутыля нету, есть вот 5-литровый, заполнен практически на полную. Вот я немного прикрепил, смотрим, да, вот такую вот область. И давайте попробуем поднять. Давайте потрусить. Отлепилась, но очень тяжело отлепить было, то есть действительно она, если ее хорошо прилепить, она держит хорошо, то есть такой можно там трубы, допустим, течь устранять, ее якобы вот эта штука, она можно даже под водой ее лепить, вот, судя из рекламы, но она действительно хорошо липнет, вот, липнет она с двух сторон, то есть с этой стороны отклеили мы, и с другой стороны тоже можно отклеить пленку. Или нельзя? Нет, наверное, с одной стороны, да, то есть с наружной вот этой. Со второй стороны. Со второй стороны нету никакой пленки, то есть с одной стороны она лепится, но действительно она реально очень крепко лепится. Вот такая. И на руках не остается потом. Ну, немного липкие руки становятся. Прикольная штука, в хозяйстве по-любому пригодится. Классная вещь, я реально не ожидал, что она будет вообще липнуть. Прикольно, если больше площадь приклеить, допустим, тот же 19-литрового бутыля, то вполне реально, что его можно понести и поднять, как в рекламе ленты. Я купил их вот 4 штуки, на Gearbest'е покупал, ну классная вещь. Далее, давайте посмотрим, вот эта вот штука, это проверять давление в шинах, механическая штука для проверки давления в шинах. Ну, мне она просто понравилась, была по распродаже, поэтому я ее решил купить. Вот эта вот штука пластиковая, и пластик такой дешевый, я думаю, что она может сломаться. Одеваем эту штуку на ниппель, то есть вот этим вот, одели на ниппель, придавили, и он покажет нам давление, какое находится в колесе. Далее вот такая вот перечница. Я давно очень хотел металлическую перечницу для того, чтобы перец сыпать. Вот так она работает. И
Но у нас они стоили очень дорого, и поэтому я как-то не решался их купить. Вот. И сейчас вот на JD была распродажа, и я все-таки решил взять. Сюда засыпаем перец, закручиваем, и потом просто нажимаем, сколько нам надо, высыпается. Вот. Все сделано из металла, очень качественно, очень хорошо. Так, это что тут у нас торчит, какая-то металлическая штучка или пластика. Вот. Ну, вроде все хорошо сделано. Насыпем перца и проверим. И как оказалось, ее можно разобрать. Вот. Полностью. Итак, далее. Далее друг такой, тот же, который фонарь заказывал, попросил ему кабелек купить. Купили ему блицвуфовский кабель. Короткий, по-моему, метр всего. Но ему нужен качественный, на, чтобы держал 2 ампера, 2,4. Вот, поэтому мы ему купили вот такой Blitzwolf кабель. Кабель вроде бы на Banggood'е мы брали. Да, по-моему, Banggood'овский. Banggood только заправляет Blitzwolf'ом. То есть это фирма, которая принадлежит Banggood'у. Поэтому вот кабель крутой, качественный, все отлично сделано. То есть, ну и Blitzwolf уже давно проверенная компания. То есть тут даже не притраться. Далее давайте посмотрим на майку. Майка GearBest. Вот. XL размер взял, и судя по рукаву, ну, должна быть, по идее, нормальная на меня. Давайте посмотрим. Кстати, ткань такая прикольная, синтетика, наверное. Вот значочек GearBest на груди. Вот, давайте посмотрим, здесь бумажки какие-то только что были. Вот прицепленные бумажечки Zen Style. Что тут? В общем, давайте мерить. Да, майка на меня подошла. Вот. И в руках, и в плечах. Майка на меня подошла. То есть XL размер как раз на меня. Такая прохладненькая. Ну, интересная маечка. Значок GearBest. Итак, уже подходим к концу. Давайте расскажу про эту штуку. Покупалась она за около $4 на Алиэкспрессе. И торгуются эти часы обычно в районе $10. И получается $4 была акция якобы без ритейл-бокса, то есть без коробки для продажи. Я купил. Продавец на следующий день написал, что прошу, отмените заказ, потому что мы ошиблись, там нету у нас больше товара без коробки, и типа отмените заказ. Я написал, что ну это ж не мои проблемы, поэтому раз продаете, то продавайте с коробкой. Ну как бы мне, ну я написал, что мне не интересно, то есть ихние проблемы, то есть и все, и больше не отвечал. Он написал, что хорошо, тогда типа заказ отменится там через время. Вот, но и тем не менее выслал трек, выслал все. Все на месте, коробка даже есть. Сама эта штука. Подставка. Магнитик. Магнитик вот сюда, я так понимаю, приклеивается, и потом его можно куда-то примагнитить. А куда его примагничивать? Ну, куда-нибудь на холодильник, я так понимаю. Вот это вот двухсторонний скотч. Экран с чернилами, насколько я понял, используется как электронных книг. Вот так внутри это выглядит. Вот, вставили, и он должен заработать. Все, заработал, сразу даже показывают влажность и температуру в комнате. Сейчас будет поднастраиваться. Все работает, все отлично, я доволен покупкой. То есть при средней цене там в $10, ну она там 8-9 можно купить по всяким распродажам, тут обошлась $4 на Алиэкспресс у продавца. Я недавно проверял, что он поставил там цену наоборот сейчас завышенную, но тем не менее я ссылку на всякий случай оставлю на распродажу. Как минимум, можно посмотреть. Дальше у нас вот такие часы с GearBest.
таком обычном пакете они шли. Давайте на них взглянем. Вот такие вот здоровенные Мегир. Часы с пленкой, обтянуты именно по кругу. Ремешок такой резиновый. Большие, конечно, будильник такой здоровенный. Это друг попросил ему заказать. Вот. Причем не успел опубликовать. Он уже пишет, что я хочу такие. Ну и мы ему заказали их. Давайте распакуем, посмотрим. Я надеюсь, он не обидится. Вот так выглядят здоровенные Мегир. Вот это вот тут что-то крутится. Кнопки нажимаются. Крутятся стрелки. Смотрите, там одна быстро. Вот, и здесь стрелки все работают. Это не муляжи, а в реальные все стрелки. То есть, по-моему, ну, недорого что-то стоило эти Мегиры. Вот, там, не помню, там $10, может 12, может чуть-чуть меньше. Ну, по акции их постоянно делают. И здесь все стрелки настоящие, все кнопки работают. И сделаны они такие, ну, реально качественные и хорошо. Металл такой. Значок ихний, то есть голограмма. Круто. Ремешок здесь еще с такими двумя болтиками. Ну, стильно все сделано, конечно. Давайте посмотрим, как будет на руке. Для меня, конечно, они массивные такие, вот, ну, увесистые, вот, в сравнении с Бипом. То есть, Бип вообще крошка по сравнению с ними. Вот, ну, они такие увесистые, тяжелые, но это для меня. Для их будущего владельца, у него рука побольше, посерьезнее, я думаю, ему будет как раз. Но ремешок коротенький, мне кажется, то есть, вот. Ну, как бы. Ну и последний наш товар. Так, вот переходничок GoCom положили, покупал на GearBest его. Это Orica бокс для винчестеров 3,5 дюймов и 2,5 дюймов, то есть для ноутбучных и ПК-шных. У меня сломался недавно компьютер, и я думал, пока он был в ремонте, я думал, ну, очень неудобно было, потому что вся информация там, я думал, заберу винчестеры, вот, и надо будет как-то справляться, наверное, куплю ноутбук, и в итоге купил ноутбук, купил вот эти штуки, чтобы информацию на ноутбук не переливать всю, просто сюда вставить два винчестера и пользоваться этим, как бы, да, в связке с ноутбуком. Купил ноутбук, и оказалось так, что буквально через пару дней мне позвонили и сказали, что мне починили, отремонтировали мой компьютер, и, соответственно, что в ноутбуке, что в этой штуке пока надобность отпала. Но я подумал, и действительно я часто использую там приносные винчестеры, допустим, подключаю, отключаю, поэтому эта штука мне однозначно пригодится. Здесь можно на горячую снимать, выключать, то есть, насколько я прочитал, формат получается винчестером карманного маленького, и вот формат 3,5, то есть 2,5, 3,5 дюйма. В комплекте блок питания такой вот большой, на выход 12 вольт 3 ампера, то есть, ну, серьезный такой. Здесь логотип RS какой-то, вот такой вот блок питания. И USB 3.0. Да, USB 3.0. Вот такой кабелечек, не длинный, то есть, ну, не знаю, сколько здесь, ну, метр. Давайте попробуем подключить. У меня сейчас нету 3,5 винчестера, но есть 2,5, поэтому мы подключим и проверим, как он работает и вообще, как он будет на горячую. Итак, подключил я розетку. Давайте снимем пленочку. Итак, вставляем питание. Вот здесь у нас кнопка включения, и давайте подключим USB-шечку. USB я буду подключать через хаб, потому что у меня сзади порты все заняты. Вот, поэтому для нашей проверки достаточно, я думаю, будет и хаба. Хаб у нас тоже поддерживает 3.0 USB. Так, воткнули. И теперь подопытным нашим будет KingDN на 240 гигабайт. Тут он пустой. Вот. Так. Как попасть? Ага, вот так, да? Да, вот так воткнули. Вот он встал.
немного ходит, потому что формат SSD, обычный HDD, он бы стал плотнее и не ходил бы. Но я думаю, и так будет нормально. Давайте включаем. Включили включение. Подключился и сразу... Сейчас мы его отформатируем. Итак, почему-то через хаб не захотел он работать, поэтому я подключил его напрямую, и все буквально за секунду определилось. Вот тут наш диск на 223 гигабайта. Давайте попробуем отключим и попробуем еще раз. Вот, мы выключили. И теперь давайте включаем. Все, появилось. Обновить список устройств. Обновили, появился. Вот, и насколько я понимаю, по инструкции можно на горячую вытягивать. Все работает, все отлично. Так это все выглядит. Стильно, круто, молодежно. Вот так вот поставил где-то сбоку. И винчестеры меняй, то есть... Выключил, вставил, допустим, даже если не на горячую, легко выключить кнопочкой. Выключил это, вставил винчестер, давайте во вторую вставим. Вот, вставил винчестер и включил. Все, обновился. Обновился, все появилось. Я не понимаю, зачем они положили переходник, если здесь у нас наша европейская вилка. Спасибо за переходник GearBest, дополнительный пусть будет. Всеми сегодняшними покупками я очень доволен. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!